Краснодарский край по итогам 2018 года стал лидером по количеству дорожно-транспортных происшествий в России, обогнав Московскую и Ростовскую области. С чем связана столь высокая аварийность в крае и как обстоят дела с дорожными происшествиями в нашем районе, расскажем в рубрике «Дорога. Территория закона». Краснодарский край по итогам 2018 года стал лидером среди российских регионов по количеству дорожно-транспортных происшествий. По данным официальной статистики госавтоинспекции, в крае было зарегистрировано более 7 тысяч ДТП. Почему мы занимаем первое место в столь печальной статистике, нам пояснили в краевом управлении ГИБДД. Дело в том, что Краснодарский край – это регион с высокой интенсивностью движения транспортных средств, развитая дорожно-уличная сеть между населенными пунктами. И наибольшее число ДТП у нас происходит с мая по ноябрь, то есть когда интенсивность транспортных средств увеличивается в 3 раза. Например, только на трассе М4 Дон, которая ведет к Черноморскому побережью, рассчитана на 10 тысяч транспортных средств, ежесуточно проходит до 60. Что касается пострадавших, то здесь Кубань тоже на первом месте. В 2018 году на дорогах края погибли 1053 человека и ранено более 8 тысяч. Для сравнения, в Московской области, которая занимает второе место по количеству ДТП, погибло 938 человек, а травмы получили 7259. В краевом управлении ГИБДД рассказали о мерах, которые предпримут для снижения аварийности в регионе. В этом году проходит национальный проект «Безопасный качественный автомобильный дорог». И он предусматривает комплексные мероприятия со стороны всех ведомств, заинтересованных и структур. В первую очередь, это, конечно же, улучшение дорожной сети, а также это и безопасность дорожного движения посредством Министерства образования, обучения детей и Министерства здравоохранения, МЧС, то есть всех ведомств, всех структур. А вот Белореченский район в дорожно-транспортной структуре Кубани занимает 5-е место по аварийности, уступая Одинскому, Кавказскому, Славянскому и Темрюкскому районам. По итогам прошлого года у нас произошло 192 ДТП, в которых 39 человек погибли и 250 получили травмы.